представляю вам мою картину, которая называется «Море маков». Это символизм, который символизирует чистоту помыслов этой молодой красивой девушки, которая на большом красивом маковом поле идет как к своей мечте, вот этому солнцу, к этой радости. У каждого из нас свои мечты и свои желания. Но как хочется в этой жизни исполнить их. И пусть это маковое поле, поле мечты и радости, принесет всем, кто смотрит на эту картину, действительно море радости, море любви, море счастья.